что ему удастся здесь. Сегодня с утра Эванс на 11 месте. При том, что Чикотта третий. Вот когда я вам как раз сегодня начал говорить, что больше мы верим в Эванса, да, в этой команде, чем в Чикотта, я думаю, по итогам чемпионата, да, но поначалу и в отдельных гонках Джонни младший, ибо его папа, который выступал в свое время в F1, вот третий затяжной поворот, мы видим, как Насра выносит практически уже в этом тягуне, но успевает оставить машину в траектории и попасть на апекс следующего четвертого. Вот здесь на спуске, это удивительный поворот, мы о нем вам говорили в программе Гран-при, в прошлом году, поворот имени Сэма Бёрда. Он еще до того, как он ушел в мировую серию, вот провел прошлую кампанию против Фрейнса, там, против Бьянки, он выступал в Гран-при 2 и не очень успешно, но здесь, в Барселоне, он обогнал кучу людей на необгонной, как вам Наташа вначале сказала, трассе совершенно, да, по внешней траектории одного за одним, вот в том самом повороте, на спуске от четвертого к пятому. И это было настолько красиво и неожиданно, что болельщики даже где-то в интернете начали собирать подписи под просьбой присвоить этому повороту имя Сэма Бёрда, пилота, который в Гран-при 2 выступал, не в F1 даже. Вообще уникальный случай. Я понимаю, когда в Хересе имени Хорхе Лоренцо, многократного чемпиона мира, испанца, да, называют поворот, но чтобы в Формуле 1 именем пилота Гран-при 2, это надо постараться. У нас эти самые пилоты Гран-при 2 на вторую серию, если позволите, выезжают сейчас. Вторую серию быстрых кругов квалификации. У нас остается не так много минут.